Во второй серии сериала «Триггер» к Артему обращается эффектная, уверенная в себе девушка Лера. У нее проблемы с агрессией. Стрелецкий понимает, что клиентка переживает разрыв с любимым человеком, но Лера отказывается обсуждать детали. Проинструктированный Артем Матвеем обманом выясняет нужные подробности. Стрелецкий провоцирует Дашу разорвать отношения с Владимиром, но сталкивается с новым препятствием. Стремясь разрушить психологические блоки Леры, Артем заставляет ее испытать сильное переживание прошлого. Артем помогает преодолеть паническую атаку Романа, который становится его новым клиентом.